Лучшие 28 инновационных образовательных проектов будут поддержаны грантами по 500 000 рублей каждый. В конкурсе могут принять участие дошкольные и общеобразовательные учебные учреждения, а также организации дополнительного образования. Проекты должны быть направлены на развитие технического и научного творчества детей, обновление или создание материально-технической базы. Параллельно с этим в округе объявили конкурс на получение 6 субсидий, также по 500 000 рублей. Их выделят некоммерческим организациям для реализации лучших социальных проектов. Прием заявок продлится до 20 февраля. Требования к образовательным и социальным проектам одинаковы. Это, конечно же, новизна проекта, это, скажем, проблематизация проекта, обоснование проекта, это непосредственная научность, да, проекта, то есть использование как раз-таки новых научных разработок, технологий, включение их.